родилась на острове Сахалин. Я не коренная жительница Орехово-Зуево, но уже 18 лет, как я живу в этом городе. Очень этот город люблю. Мои основные жизненные принципы такие, что идти вперед, никогда не смотреть назад. И в любой ситуации оставаться настоящим человеком. 5 лет назад я начала работать в сборной команде страны, старшим тренером молодежной команды. Ну и как каждого тренера мечтает, иметь больше чемпионов. Чемпионов России, мира, Европы и самое высшее, это, наверное, Олимпийские игры. Что мне хочется сказать про Орехово-Зуево, что я, наверное, по-настоящему люблю этот город. Я вижу, как этот город стремительно развивается, он становится у нас современнее, чище. Хочу поздравить наших жителей города Орехово-Зуево со столетним юбилеем. Пожелать всем здоровья, счастья, любви, всех благ, мирного неба над головой. А нашему городу я хочу пожелать процветания, процветания и только процветания.